Ну, не знаю, может, даже Андрей Разин здесь где-то на трибунах тоже располагается. На играх против СК 1946 он приходил и наблюдал с тем, как Алмаз играет. Какой момент сейчас возник у ворот Рыбалкина. И продолжает динамовцы атаковать. Бросок, там несколько хоккеистов скрывали обзор Рыбалкину. Салапов на пятачок. И Дитковский забил. Получается хуже играть, чем в меньшинстве. Да и вообще, еще раз повторюсь, в меньшинстве команды, ну, как-то куда как опаснее атакуют, нежели в равных составах или даже в большинстве находясь. Ну вот, расставились динамовцы. 54-й, это Смирнов. Передача. И вот еще один гол в неравных составах. Теперь уже большинство реализовано. 36-го номера партнеры по «Динамо» поздравляют. Это Дмитрий Злодеев, центральный нападающий третьего звена. Третий бомбардир команды. 26 очков теперь уже на его счету. 11-ю шайбу он забросил. Воспитник Воронежа. Николаев расстроен. Давайте смотреть, как здесь это все произошло. Наброс на ворота. Шайба неудобно отскочила от лицевого борта. А затем Злодеев. Ну, давайте попытаемся обойтись без каламбуров. Ну, как вот тот самый, да? Ну вот, отправился покорять заоблачные дали в чужой зоне. Бринкман. Рычков отправляет шайбу вперед. Хуснутдинов. Кровяков. Уходом толкают спину. Нет нарушения правил, считает арбитр. Бринкман. Передача. Рычков не сумел подстроиться под эту шайбу. И контратака гостей. 2 в 1. Бросок. Гол. Вот как быстро все происходит в молодежной хоккейной лиге. Как быстро все происходит в молодежном хоккее в целом. Только что шайба могла побывать в воротах Вадима Жиренко. Если бы Рычков, ну, получше, может быть, подставил клюшку. И тут же ответ незамедлительный и карающий от соперника. Московская «Динамо» снова восстанавливает расстояние в две шайбы. Николаев не успел переместиться, но вряд ли здесь стоит винить голкипера армейцев. Снова забрасывает Злодеев. Уже меньше, чем 38 секунд, чтобы, наконец, войти в зону, расставиться и нормально, четко бросить. Дитковский вот. Иван один из лучших игроков «Динамовцев» в этом сезоне. Ну, надо, Ваня, надо. Ну, вот пока не... Ну, вот Злодеев бросил сходу. Но голкипер гостей очень даже надежен. Очень даже надежен голкипер гостей. Не получилось у Дмитрия Злодеева пробить. Но, тем не менее, есть еще, есть 20 секунд. Есть 20 секунд, чтобы сейчас выиграть вбрасывание «Динамовцам» и бросить. Ну, надо, конечно, выиграть вбрасывание. Это однозначно. Данил Лазутин на точке у бело-голубых. Ну вот, да, выиграл. Ну что? Бросок! Вот неплохо. Неплохо. Большаков там. Ну что? Еще есть немного времени. Есть, чтобы... Ну, так вот хотел как от голкипера Дитковский, чтобы залетела шайба в ворота. Все, 4 секунды. Нет. Включается Ладеев. Ну вот, спокойно дорастается динамовцам. Спокойно Смирнов. И дает несильный бросок. Гол! И тем не менее, Дмитрий Злодеев проталкивает шайбу в ворота гостей. Ворота в целом надежно играющих сегодня Даниила Чечелева. Ну вот и 2-2. Да. Мне, честно говоря, поначалу даже показалось, что шайба ушла за ворота. И тем не менее, сейчас посмотрим, как это было. Вот Смирнов мы видим на левый фланг. Триней бросает. Злодей выцарапывает. И что? От щитка вратаря, что ли? Попал. Да, да, да. Тоже довольно изумительно.